Вот уже в восьмой раз выставка собирает людей, неравнодушных к необычным ювелирным украшениям. Организатором традиционно является компания «Сочи Экспо». На этот раз было приглашено свыше 100 предприятий. Спасибо, что вы у нас на выставке. Надеюсь, что ваша работа действительно принесет праздник определенный в наш город. Это будет приятно и нашим просто курортникам, и нашим гостям, и, само собой, жителям, которые увидят этот ассортимент и что-то смогут себе действительно купить. Москва, Якутск, Челябинск, Махачкала, Ростов, Санкт-Петербург. Различные компании презентуют в Сочи свои новые коллекции. Все они участвуют в профессиональном конкурсе. Оценивать ювелирные украшения будут признанные мастера, специалисты в этом деле. Мне очень нравится, что много появляется изделий с русскими традиционными самоцветными камнями, с турмалином, с топазом. В сочетании эти камни могут быть и с бриллиантами, может быть, и это сочетание с серебром. Любая ценовая категория, но самое главное, что изделие авторское. Приобрести изделия, которые продаются в единичном экземпляре, можно на выставке «Золото летней столицы». Кстати, ежедневно здесь организован счастливый час. С 11 до 12 часов вход для посетителей свободный, а в 17 часов гости выставки смогут принять участие в традиционном розыгрыше ценных призов. Выставка работает с 11 до 20 часов до 11 августа. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.